здравствуйте! В данном видео мы вам расскажем, как обслужить духовой шкаф MW4820 Cooper от бренда Nador. Для того, чтобы вымыть внутреннюю камеру, нам просто необходимо достать решетку. Все лишнее. Решетку, противень. Проволочные направляющие снимаются очень легко, без каких-либо усилий. Спокойно вынимаем. Все. После чего нам необходимо просто моющее средство, спокойно вымываем бак и устанавливаем все на место. Сложного в обслуживании ничего абсолютно нету. Желательно ухаживать за такими вещами почаще, не запускать большого налета. Попользовались, вымыли. Надеемся, данное видео было вам полезно. Пользуйтесь техникой бренда Nador.